25 лет творчества детская школа искусства поселка Искатель отметила свой юбилей. За всеми успехами, достигнутыми учреждением, стоят люди, связавшие с ним свою судьбу. Люди, по-настоящему любящие свою профессию, которых отличает педагогическое мастерство, талант создавать всюду творческую атмосферу. С неба свет прольется, благодатный луч. Диме Литкову сейчас 8 лет. Мальчик занимается музыкой уже 3 года. Он не только хорошо поет, но и отлично играет на баяне. По словам воспитанника школы, судьбоносная встреча с будущим педагогом произошла случайно. Мы с мамой сначала катались на роликах здесь. И мама сказала, давай зайдем в школу искусств. Я сказала, ну давай зайдем. Мы зашли, и там была Елена Сеславна по баяну, учительница. Потом она спросила, будешь ходить на баян, и я захотела ходить на баян. Здесь можно играть на баяне. Мне нравится то, что когда звучит музыка, там, например, мелодия какая-то. Мелодия здесь звучит из каждого кабинета. Фортепиано, скрипка, домра, баян. Здесь обучают даже игре на саксофоне и электрогитаре. Сегодня в школе обучается 150 детей, познающие мир вокруг себя через искусство и творчество. В коллективе 18 педагогов, которые продолжают традиции, заложенные первым поколением педагогов и учеников. Первым директором была назначена Загитова Альбина Андреевна. Талантливый педагог. Сейчас она педагог, преподаватель первой категории. Здесь работает на школе. Более 12 лет руководила школой Афанасьева Екатерина Семеновна. Человек, который создал вот этот творческий коллектив, вот этот светлый образ школы, который, в общем-то, существует и сейчас. Все 7 педагогов, которые первыми пришли работать в Искательскую школу искусств, работают до сих пор. Но каждый год музыкальное учреждение округа пополняется молодыми специалистами. Школа пополнилась такими новыми инструментами, классами. Это класс саксофона, класс домры, балалайки, класс электрогитары. И это все молодые педагоги, которые пришли к нам и с Архангельского музыкального училища, и с консерваторским образованием. Это Игорь Сабатович, это Астрасатурова Кристина, сейчас пианист у нас Верещагина Галина. О школе можно с уверенностью сказать, что у нее есть завидное прошлое, хорошее настоящее и прекрасное будущее. Только в этом году более 10 детей привезли из разных уголков России и мира дипломы и награды. Последний самый яркий успех – это у нас ученица отделения фортепиано Диянова Арина. Она у нас девочка очень многогранная и талантливая. Она и замечательно поет и играет. И она ездила в Марсель. Сразу участвовала в 2 номинациях. Фортепиано она заняла 2-е место, а вокал народный заняла 1-е место. Чем мы, конечно, очень гордимся. Все дипломы у нас на стендах. И, конечно, еще очень нас порадовали преподаватели. Вот совсем недавно они ездили в город Архангельск, участвовали в конкурсе профессионального мастерства в ансамбле. Потом вокалисты были саксофон, домра. И тоже они лауреаты 3-й степени. Коллектив педагогов успешно и плодотворно развивается, открывая новые горизонты для своих учеников и совершенствуя свои профессиональные навыки. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, телеканал «Север».